делать. Странно, однако. Вчера показывало, что микрофона нет. Сети нет. Сейчас показывает 50% формат LTE. Странно. Странно, интернета вчера не, ну, может быть, работы профилактические велись какие-то. Но сегодня все нормально показывает. Я вообще-то удивился вчера, что мегафона нет, потому что связь была в течение всего дня. Ну, вот с ним. Поехали, с Богом. Вот это стояночка. По всей вероятности буду избегать сворачивать с М4. Наверное, буду идти по коммерческой дороге. Во-первых, она короче. Я уже утомился, двигаясь по местности, узкие дороги, качество не очень. Thank you.
из-за дорожных работ. Вчера была огромная пробка. Этого бутылочного горлышка огромное пробище скопилось вчера. Ну, я включил видеорегистратор в режиме парковка. Желающие может посмотреть. Обратил внимание, что иногда запись на парковке, в режиме парковка, довольно интересно смотрится. Красный восход, он по приметам предвещает сильный ветер. Показывает до Москвы
да, но я как-то проскакивал, когда один иду, блядь, стараюсь за фуры какой-нибудь пристраиваться, блядь, то за украинской, короче, то, блядь, за белорусской, ну и, блядь, слушай, думаю, сидит, поеду в очередь, передаю историю, а потом, когда, блядь, вечер задал, хуя прихуй ряд, блядь. А это не обязательно, если из-за страшно, блядь, не будь, блядь, а я пух прошел, блядь, и не все, как там, что отъезжать, потому что, ну, хуй, ну, вперед. Коллеги, есть кто, что в канале рацию проявить на ИСОЖ 108? Я сегодня в 2 километре нахожусь, в сторону Москвы.
Да, сильный туман. Thank you.
автостоянка на 947 километре, в сторону Москвы. Поворот на парковку. Стоянка 150 рублей. Также работает гостиница с уютными номерами. СТО производит ремонт любой сложности. Шиномонтаж производит ремонт боковых порезов, нарезка колес. Кафе предложит домашнюю кухню и уют.